Ребята, всем привет, меня зовут Юля Пушман, и сегодня будет разговорное видео. Не пугайтесь моему макияжу, то что я такая рокерша. Я выбрала такую необычную тему, точнее, я об этом еще не говорила. Никогда не рассказывала об этом в интернете, не говорила, каково это, что это, куда это и с чем это вообще есть. И то, с чем я столкнулась, то, к чему я не была готова. Как-то раз я думала о том, где же я встречу своего парня. Как мы познакомимся, будет ли у меня вообще парень. Дело в том, что с моим бывшим молодым человеком мы познакомились в школе. До того, как я стала популярной, там, блогером, еще что-то, у меня появились подписчики, там, лайки, не лайки и так далее. И все было как бы понятно и просто. Но а если мы расстанемся, то с кем я буду встречаться, где я встречу парня? Однажды я решила провести эксперимент. Захожу я, значит, такая на сайт знакомств. Выставила туда свои самые классные фотки, мне сразу написала куча парней, типа, вау, красотка, вау, давай познакомимся, привет, какая ты милая, красивая, туда-сюда. И мужчины такие странные, мужчины думают, если крутые фотки, значит, чувиха модель. Либо это подкат такой, я не знаю, пацаны, напишите в комментариях, потому что я уверена, что многие пользуются такой фигней и пишут девушке, блин, ты случайно не модель? Конечно, я модель, топ-модель по-американски, что не видел? Я поняла, что у меня есть только два варика, либо врать молодым этим людям, либо говорить как есть, потому что на вопрос, кто ты, что ты, чем ты занимаешься, скинь свой инстаграм, мне было сложно ответить, потому что приходилось выбирать. Как бы сказать, типа, знаешь, у меня нет инстаграма, но это вообще я бы не поверила. Особенно если у меня такие классные фотки, и чувак думает, что я модель, ну как бы не иметь инстаграм это грех. Вот, и когда у меня просили инстаграм, я либо сливалась, либо скидывала свой инстаграм, после чего беседа очень быстро заканчивалась. Я хочу вам сказать, что мужчины, которым я говорила правду о том, что я блогер, и типа вот мой канал, и типа вот мой инстаграм, как ты просил, чувак, посмотри, но с ними мне было дальше не так приятно общаться, как с людьми, которые не знали о том, кто я. Когда я скидывала свой YouTube-канал, свой инстаграм, весь разговор основывался на том, как я начинала, откуда у меня столько подписчиков, что я снимаю, нафига я снимаю, и типа такого, и зарабатываю ли я на этом, и это очень неприятно. Не то чтобы неприятно, я понимаю, что это данность, это у меня есть, я очень счастлива, что все так, как есть, а парни, которым я не говорила о том, что я блогер, о том, что у меня вот мой инстаграм, с ними намного приятнее было продолжать беседу, и вопросы были такие, как будто бы, ну, как бы я и не блогер вовсе, а просто девочка. Так ведь и есть, я просто, ну, я не хочу называть себя девочкой, я девушка, просто веселый, добрый человек, которому хочется радоваться обычным мелочам, я радуюсь обычным вещам и получаю от этого удовольствие, просто живу, наслаждаюсь жизнью, я не знаю. Самое страшное это то, что человек может с тобой встречаться не потому, что ты классная, а потому что у тебя много подписчиков. Но я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю, хотя хрен вас знает. Так что вот, теперь вы знаете, наболевшие. Меня нет на сайтах знакомств, я не знакомлюсь в интернете, потому что это мне не нужно. Я очень счастлива, что у меня есть молодой человек, и я очень рада тому, как мы познакомились, я очень рада, что у нас общие интересы, я очень рада, что мы в одной теме. На самом деле у меня очень странно сложилась жизнь, точнее не странно, а меня это преследует с самого детства. То есть вот это чувство, что со мной могут быть из-за чего-то. Не потому, что я хороший человек, а просто из-за того, что у меня есть что-то, что нужно другому человеку. Возможно, это звучит странно. Когда я была маленькая, у меня на даче был офигенный бассейн, и ни у кого на даче не было такого бассейна, и мне всегда казалось, и не то чтобы казалось, я была уверена, что кто-то может со мной дружить только потому, что у меня есть классный бассейн. Это звучит, наверное, ужасно, но это правда. И я хочу сказать, что я не то чтобы от этого страдала, но я с самого детства знала, что люди могут быть со мной не потому, что я добрая, искренняя, заботливая и много всего на самом деле хорошего. У меня, конечно, и минусы есть, потому что мне хочется искренности, настоящего. Я всегда очень боюсь, что меня обманут, и всегда очень с детства, наверное, да, переживаю, что это все иллюзия какая-то, и это не по-настоящему, это все понарошку. И удивительно, что я стала блогером, и удивительно, что я столкнулась с этим в взрослой жизни, что как бы где я познакомлюсь с парнем? Вариантов не очень много. Хорошо, что мне это не нужно. Я хочу рассказать вам, какие странные ситуации у меня были, как странно пытались со мной познакомиться. Точнее, не то чтобы странно, но не было ни разу такого, что ко мне подошли знакомиться, и мы познакомились. Такого ни разу не было. С 16 лет я в отношениях,
И когда со мной пытались познакомиться, это всегда меня пугало. Однажды со мной пытался познакомиться таксист. У меня был парень на тот момент. Я заказала такси, мне нужно было поехать купить корм для собаки. Корм был очень тяжелый, 6-7 кг, я не знаю. И, в общем, мой парень на тот момент не смог мне помочь, он не смог со мной съездить за кормом. И, конечно же, одной мне тащить 7 килограмм, это очень, тяжело. Хотя я, знаете ли, считаю себя такой женщиной, которая и коня на скаку остановит. Мне пришлось попросить о помощи водителя такси, и это был такой молодой парень, я не знаю, 25 лет. Мне на тот момент было 17-18, точно не помню сколько. Он мне помог. Он мне помог даже до дома, по-моему, или до подъезда, куда-то вот прям нормально так донести эти мешки с кормом. Потом он начал писать мне вайбер. Это было восхитительно. Я подумала, чувак, ну вот зачем? Ну нормально же покатал меня, нормально повозил. Ну, в чем дело? Я не люблю такое. Точнее, нет, это, конечно, всегда приятно. Любой девушке, ну, согласитесь, приятно, когда вам проявляют какое-то внимание, пытаются вас склеить, я не знаю, что-то еще. Ну и вот, он начал мне писать, давайте познакомимся, вы такая классная, почему ваш парень вам не помогает? Вы же такая классная и вообще невероятная, и красивая, и такая милая, и давайте встретимся, давайте пообщаемся. Я говорю... У меня есть парень, извините, ну вообще никак, ну не могу, блин, бежать надо, ну я не знаю. И очень часто вот мужчины, которые со мной знакомились, говорили, ну и что, что есть парень, мы просто дружить будем. Я не знаю, как бы я не видела вот таких дружб, да. И, конечно же, мне пришлось отшить этого парня, этого чувака. Может быть, он даже сейчас смотрит это видео и думает, вот тварь, не знаю. Потом у меня была ситуация, тоже примерно в то время, я поехала на Горбушку в компьютерный центр что-то покупать, уже не помню что, ну в общем, когда я там закончила все свои дела, я собиралась выходить. И продавец решил открыть мне дверь, помочь мне. И я такая, типа, ой, спасибо. Так неожиданно и так приятно. Вот, он решил меня проводить на улицу. Не знаю, куда он хотел меня проводить, но он такой, типа, давайте я вас довезу, типа, а где вы живете? Вы такая красивая девушка. Как вас зовут? Давайте познакомимся. Я говорю, вы знаете, я тут неподалеку живу. Я на машине. Спасибо. И он такой, ну давайте познакомимся, дайте мне свой номер. Я говорю, знаете, у меня есть парень, очень приятно, но... Извините. Он мне такой, я Геннадий. Я думаю, а мне-то что? Сказать честно, со мной редко знакомятся на улице, потому что я очень редко бываю одна. Но со мной очень часто знакомятся, когда я нахожусь одна. У меня даже была такая ситуация, когда мне сказали, девушка, у вас упало. И я такая, типа, смотрю, упало у меня или нет. И он такой, настроение! Такое у меня тоже было, и это было офигенно. Это было офигенно, потому что каждую девушку должны хоть разочек склеить вот так вот по-интересному. Я люблю такие подкаты, потому что меня это забавляет, я над этим угораю жестко, но, конечно же, я не сработает со мной. Со мной очень много раз пытались познакомиться в машине. И даже на дороге такое было, я стою в пробке, открывается окно соседней машины, и чувак может мне сказать, типа, привет. Короче, странно, что со мной только не случалось, как со мной только не знакомились, но, наверное, еще много всяких вариантов, которые не произошли со мной. Но я надеюсь, что все еще впереди, все самые смачные, ржачные истории, как со мной пытались познакомиться, будут впереди, потому что у меня не так уж и много классных, захватывающих ситуаций, историй было, чтобы со мной как-то знакомились. Вот, крайнюю я даже вам рассказывала, когда я сидела в машине, мне позвонил какой-то чувак, и такой, типа, девушка, давайте познакомимся. Я говорю, откуда у вас мой номер, кто вы? И чувак мне просто говорит, а, я тут, типа, напротив вас стою в машине. Я поворачиваю голову, и там стоит тачка, и там сидит такой кавказский мужчина, прям, я... Очень часто таких именно привлекаю мужчин. Я не помню, чтобы ко мне подошел какой-то блондин. Такого не было. Я, конечно, понимаю, что я бомбита грузинская, да, но... В общем, дорогие мужчины, если вы смотрите это видео, парни, не знаю, пацанчики с района, знакомьтесь с девушками правильно. Красиво. Не пугайте девушек. Меня всегда пугают пацаны, которые хотят со мной познакомиться, потому что... Я вам реально говорю, у меня всегда ощущение, что это маньяки. Возможно, некоторые из них и были маньяками. Надеюсь, что вам было интересно послушать, что я рассказывала. Надеюсь, что вы хорошо провели время, поржали, в чем-то узнали себя. Напишите, какие у вас были истории, как к вам подкатывали, либо как вы к кому-то подкатывали. Мне будет очень интересно почитать, и вообще это интересная тема. Всем спасибо за просмотр, всех люблю, целую, обнимаю, и всем пока.